Так, вода выключена, плита выключена, розетки выключены. Все, я выхожу. Розетки точно выключены? Всем привет! С вами психолог Александр Патуров. Если вы узнали себя в данном видео, либо у вас другие навязчивые мысли и ритуалы, но они тоже все это есть, и сегодня вы наконец-то узнаете, как это все искоренить. Данный недуг называется обсессивно-компульсивное расстройство. Излечение от него идет по трем фронтам. Первый этап – избавиться от симптома, научиться с ним справляться, чтобы он не уводил вас в эти компульсивные навязчивые движения. Параллельно надо прокачивать свою нервную систему, делать ее менее лобильной. И третье, самое главное – поиск глубинных причин, почему у вас в принципе появилась ОКР. Если их не найти, эти триггеры, не избавиться от них, то вы уберете симптоматику, но все равно в моменты тревожности в жизни у вас будет выскакивать снова это, и снова надо будет бороться. Чтобы искоренить раз и навсегда этот вирус из вас, надо проработать глубину, найти его, откуда это, и уничтожить. Для начала я вам расскажу, как, почему и у кого появляется обсессивно-компульсивное расстройство. Осознание этого уже имеет терапевтический эффект. Как правило, родители людей, страдающих ОКР, были очень требовательны. Они ставили определенные рамки того, что можно их ребенку. Какие эмоции можно проявлять, какие нет. Как себя можно вести, как нельзя. Чаще всего у таких детей подавлены эмоции гнева и агрессии. Им говорили, что так нельзя, тебе нельзя гневаться и злиться на меня, на родителя, агрессировать. Нельзя. А у ребенка базовая потребность – это потребность в безопасности. А выполняется она за счет того, что родитель его принимает. Если родители недовольны ребенком, ругают его, обвиняют его, то для ребенка это означает, что они не хотят, чтобы я жил. И ребенок видит единственный способ выжить – начать вести себя правильно. И это убеждение идет с ним во взрослую жизнь. И когда он где-то кому-то потом не угодил, его подсознание посылает тревогу и страх, что нам надо угодить, нам надо быть правильными или хорошими, иначе мы не выживем. Вот так вот. Но сознание и подсознание не связаны напрямую. Подсознание не говорит, из-за чего конкретно сейчас тревога. Оно просто запускает тревогу на фоне, и сознание пытается найти ее в окружающих его вещах. Вот в розетках, которые можно что-то не выключить, в воде, которая может закапать и залить весь дом, в газе, который не выключен и все может сжечь. Сознание начинает переживать из-за всего, что при должной фантазии может привести к каким-то плохим последствиям. И когда после обсессии, вот этой навязчивой мысли больной, человек выполняет компульсию, вот это навязчивое действие, перепроверка газа, его мозг расслабляется, немножко успокаивается, о, все хорошо. И вот это вот легкое расслабление закрепляется. И вот это расслабление подкрепляет вот этот созданный условный рефлекс. Появилась навязчивая мысль, сделать навязчивое действие, получить облегчение. А тревоги там много внутри. И вот он постоянно еще проверяет, чтобы еще успокоиться. И вот постоянно как бы проверяет. Чем больше тревоги, тем больше ему надо проверить, чтобы успокоиться. И чем чаще навязчивая мысль будет подкрепляться навязчивым действием, тем сильнее ОКР будет в вас застревать. И дальше 5 проверок будет мало, будет что-то еще, это все усиливается. Есть люди, которые выполняют прям целые ритуалы перед выходом из дома, не выполнив которые, по их мнению, их ждет какая-то трагедия. Итак, перейдем к борьбе с данным симптомом. Люди с ОКР часто пребывают в глубинном сне. Их подавленные эмоции и чувства погружают его
в его внутреннее пространство, в котором ему комфортно и безопасно. То есть человек может идти по улице, ехать в метро и абсолютно не помнить, что он делает. Поэтому человек, когда проверяет газ или воду, он находится параллельно где-то там, вся в голове, в своих мыслях, он еще параллельно там. И он плохо запоминает, что было выключено, эта картинка у него не запоминается. И он уходит и не может вспомнить эту картинку, что там было вообще. Неосознанно проверяет все. Поэтому в момент проверки надо сказать: я осознаю, что газ выключен. Либо вслух, либо про себя. Можно просто сказать какое-нибудь одно слово. Проверено. Вот, и все. Вы должны это обозначить. Вы должны храниться в этом моменте. Для начала это необходимо. Потом, со временем, когда ОКР ослабнет, это можно уже больше не делать. Но поначалу это необходимо. Таким образом, вы осознанно проверите все один раз и выйдете из квартиры. И вот, когда вы выходите из квартиры, на вас нападает эта мысль. Вернись, ты там не выключена. Если я возьму нож, я порежу случайно кого-то рядом с собой. Главное, не повестись на эту навязчивую мысль. То есть вернуться домой, все перепроверить. Либо, если боязнь ножей, то убрать все ножи из дома. Вот главное, не повестись на эти навязчивые мысли. Надо выдержать это напряжение буквально пару минут, и оно спадет. И это самое сложное. И сейчас я вам расскажу, что поможет вам выдержать эту навязчивую мысль эти пару минут. Для начала нужно понять, что это больная навязчивая мысль, это не ваша мысль, это не вы. Какой только бред может нам не прийти в голову в плане мысли. Но это просто мысли. Мы те, кто оценивает эти мысли и что-то делает. Нужно посмотреть на эту мысль со стороны, отделиться от нее, как во время медитации. Мы концентрируемся на каждой части тела и наблюдаем за ней, за ощущениями в ней. Также мы наблюдаем за этой мыслью. Что за ощущения эта мысль вызывает? Где эти ощущения в теле? Можете представить эти ощущения? В виде чего они? Какие они? Покалывающие или щекотящие? У меня вот эти ощущения были где-то в области груди и головы. Такие, как будто что-то щекочет. Как будто там тянет меня, и так мне слегка щекает, и так, надо туда идти, блин. Ну, вот так вот. Далее идет этап рационализации. Нужно безэмоционально, логически порассуждать, почему эта мысль иррациональна, почему она неправдива. Вы же там были, вы все проверяли. И всегда, когда вы возвращались, потому что не помнили, что проверили, всегда все было выключено. Нужно довериться себе. Нет смысла, если я сейчас вернусь туда и проверю все снова, я только закреплю этот условный рефлекс, и в следующий раз мне будет еще сложнее справиться с этим. Я всегда все проверял, и всегда все было выключено. Я всегда, когда возвращался перепроверить, все было выключено. Если я был там и проверил все, значит, все выключено, даже если я этого не помню. Надо доверять себе. И каждый раз, когда вы возвращаетесь домой, нужно подойти к этим всем местам, которые вы проверяете, и сказать: вот, смотри, все выключено. Не зря я себе доверился. Не зря я себе доверял. Я доверяю себе. И доверие к себе усилится. И вам будет проще в следующий раз довериться себе, даже если вы будете не помнить. Каждый раз, не поддавшись навязчивым мыслям, ОКР будет ослабевать. И вам будет все проще и проще не вестись у него на поводу. Но знайте, когда ОКР практически полностью ослабнет, он может ворваться к вам с большей силой. Это, так сказать, он из последних сил делает последний рывок, чтобы забрать вас. И тут вы должны дать ему отпор и показать, что вы все так же сильны. Его нахождение... Вот это да! Мощно! Но если до сих пор навязчивая мысль настолько сильна, и вы не можете с ней справиться, то тогда делаем следующее. Нужно допустить и принять мысли плохого исхода. Ну, капает, допустим, там вода, действительно, на самом деле. Ну и что? Она же
капать будет в ванну. И даже если она весь день будет палить, ничего не будет. Дальше усиливаете. Ну да, даже пофиг. Ну допустим, она ванна закрыта, почему-то оказалось, и вода польется наружу. Ну, нальется она на пол, да, и что? Вы придете после работы и все и вытерете, будете вытирать. Ничего страшного, люди не умирают из-за такого. Жизнь продолжается. Главное не загоняться вот в эту тему, что мысли материальны. Настолько, что если я это представлю, то значит я это притяну в свою жизнь. Вот все, кто очень сильно подвисли на этих фильмах, типа «Секрет», «Материализация мысли», и они боятся представить что-то плохое, они как раз-таки очень частые носители ОКР. Это всего лишь наши мысли. Единственное, как влияет то, о чем мы думаем, на нашу жизнь, я уже снимал видео «Ретикулярная формация». Есть у нас одна область в головном мозге, которая определенным образом воздействует на нас из-за того, о чем мы думаем. Данный видос будет по ссылочке в описании к этому видео. Итак, вы представили плохой исход, приняли его. Но далее нужно обязательно вернуться в рационализацию, в настоящее. Что? Но на самом-то деле, сейчас я попредставлял, но на самом-то деле все хорошо, я там был, я проверял. Всегда, когда проверял, возвращался, все было перепроверено. Нельзя вестись на ОКР, так как синдром усилится, этот условный рефлекс. Рационализировать. Почему все хорошо? Благодаря этому вы выдержите все эти пару минут накала, и напряжение спадет. Навязчивая мысль уйдет. Она не держится долго. А самое главное, все это проделывайте, пока вы выходите из дома. Все эти мысли. И тогда по мере ослабления у вас уже само внимание ваше переключится на что-то вокруг вас. На музыку в машине вы там включите. Или на остановке увидите что-нибудь, засмотритесь. И все, и напряжение уже уйдет, эти пару минут пройдут. Также можно проводить себе тренировки. Допустим, если у вас боязнь зарезать ножом своего ребенка, вы сидите рядом с ребенком и рядом с вами нож. Так 5 минут. Потом вы берете в руку этот нож и сидите с ним рядом с ребенком, ножом в руке, и ничего не происходит. И вот так вот по чуть-чуть вы увеличиваете интенсивность. Может быть, вы даже уйдете в гиперкомпенсацию и придете вот к этому. А если у вас боязнь инфицирования, вы постоянно перемываете руки, то вам нужно по чуть-чуть находиться в грязи. Опускать руки в грязь и находиться в этом. По чуть-чуть. И потом прям засунуть в очень ужасную самую грязь, которая для вас максимально страшна. И 5 минут в ней посидеть. И понять, что вы не умерли, с вами все хорошо. В общем, если у вас все получается, вы научились справляться с ОКР, иногда все равно ОКР сможет на вас напасть, когда у вас какие-то жесткие переживания в жизни. Потому что данный недуг сидит в вас гораздо глубже. Чтобы искоренить недуг полностью, вам надо найти вот эту причину, из-за которой подсознание пускает к вам тревогу. И сознание ищет вот эти вот неистинные причины этой тревоги. Для этого нужно немножко покопать, порассуждать, понаблюдать. Значит, кто тот триггер, кто вызывает у вас эту тревогу? Чаще всего это кто-то из вашего близкого окружения. Ваши родители, ваша семья, на работе кто-то. Кто-то вас триггерит. И вот с этим человеком у вас есть два варианта. Либо прекратить с ним контакт, чтобы себя не триггерить, не провоцировать опять на эту тревогу, все эти переживания. Либо высказать все ему, что вам не нравится, жестко, не боясь, что он обидится, перестанет с вами общаться, наплевать вообще, что он думает. Ваше здоровье гораздо важнее
того, чтобы он был с вами доволен. Наплевать, доволен он вами или нет, главное, что вам хорошо, вы здоровы. Выскажите ему все, что вы думаете. Пусть он думает, что вы плохой, какой-то вообще человек, злой, гневный, агрессивный, что-то еще. Плевать. Все люди разные. Условно, если кто-то ежик, а кто-то гиена, они вместе попали в контакт, и вот ежик попал в общество гиен, он будет с ними не понимать, как себя надо вести, пытаться себя изменить. Он будет чувствовать, что что-то не так, им недовольны. Да он просто не в том обществе. Им надо в общество ежиков. А если гиены в обществе ежей, она тоже будет не понимать, что за фигня, что со мной что-то не так, или с ними что-то не так. Она будет постоянно в неврозе. Надо просто отказаться от этих людей. Есть люди, которые будут воспринимать, с которыми вам будет по кайфу. Об этом тоже, кстати, был у меня видос, по ссылочке в описании будет. Либо же выскажите ему все. И тогда в ходе этого конфликта вы придете к чему-то хорошему. Либо у вас изменится отношение, либо вы не будете больше общаться. Это оба варианта идеальные, подходящие. Чаще всего у ОКРщиков подавлена эмоция гнева. И вот ее нужно раскрыть. Надо вылить этот гнев, агрессию, вербально, только словами. Чтобы искоренить ОКР навсегда, вам надо искоренить глубинные причины появления у вас ОКР. Как правило, у людей с ОКР подавлена эмоция гнева. Вам надо научиться выражать этот гнев подавленный. Стать, так сказать, немножко плохими для себя. Потому что вот эти все требования, что вам поставили родители, вы очень требовательны к себе, вам обязательно быть такими-то. Очень требовательны одновременно поэтому к другим. Вам надо стать немножко плохими для себя, немножко испорченными в своем понимании. Позволить себе больше. Расширить вот эти рамки допустимого поведения. Также у некоторых людей подавлено проявление любви. Они не могут ее проявлять. У них запрет уже на это. Чего я буду проявлять? Любовь. Человек какой-то. И им надо сделать усилия, чтобы начать проявлять любовь, какую-то милость, какие-то фразы от души. Говорить вот эти хорошие вещи, милые. Ну и также не зависеть от родителей, пройти сепарацию. Не вестись на это чувство вины, с помощью которого родители пытаются манипулировать периодически. Рационализировать сразу, что я неплохой, я ничего плохого не сделал. И делать то, что вы хотите. ОКР – это болезнь именно вот этих людей, которые слишком правильные. Это не болезнь тех людей, которые так сами по себе развязаны и делают, что хотят. Поэтому, если у вас ОКР, не бойтесь немножко расширить диапазон возможного поведения. Как хотите, так и делайте побольше. Это психотерапевтически, это вам нужно. Наплевать на мнение окружающих. Наплевать, кто что думает. И вот так вы будете прорабатывать свои глубинные убеждения, свое поведение, что можно, что нельзя. И борьба с симптомами и одновременно с глубинными причинами. И в заключение хочу сказать, почему вообще сейчас так много у людей ОКР, неврозы, панические атаки и прочее. От природы наш механизм не привык к такому количеству комфорта. Мы очень мало двигаемся и очень много сидим. В итоге мы перегружаемся психически и недогружаемся физически. А так как еще и многое держим в себе, наша нервная система не выдерживает. Ей надо слить накопленное напряжение. Подробный видос о нашей нервной системе, о ее видах и о тренировке и профилактике нашей нервной системы. Видео также находится в описании к данному ролику. Ну все, я надеюсь, что был вам полезен. Пишите в комментариях, что интересного для себя подметили. С вами был психолог Александр Батуров. Пока!